is on the map. The only known is still a rage. My all of modern impression of the water. When I am great, well, it's still this world. Son of predictions, from zero nothing that regrets. Under the eyes of the humble freedom. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами разберем вокал очень известного вокалиста группы Бегемот Адама Дарски, он же Нергал. Что же, мое знакомство с творчеством Бегемот, наверное, началось году так, если не соврать, в 2005, а группа основана в 1991 году в Польше. Группа играет Black Death Metal, хотя изначально они позиционировали себя как Black группа. Вот. Я не то чтобы их такой лютый фанат, но скажу так. Если вы не знакомы с их творчеством, я вам настоятельно рекомендую послушать. Хотя бы включите в Ютубе несколько клипов, самых известных, и посмотрите. Блин, если честно, они делают удивительное шоу. И на концертах, и в клипах, которые стоят, наверное, сумасшедших денег, потому что качество там просто безумное. Сегодня мы поговорим с вами о вокале Нергала, как он так поет, что он при этом делает, какие манипуляции, если вам интересно. Также послушаем часть композиции, которая мне вот, в принципе, больше всего у них нравится, это «Of Fire and the Void». Я надеюсь, вам понравится, и проанализируем его вокал, и я расскажу, как он это делает. Также не переключайтесь, в этом видеоуроке я покажу, как поет именно Нергал. Я нашел несколько кусочков его вокала, где он записывается в студии, чтобы вы тоже посмотрели, послушали. Это очень полезная информация. Ну и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что, как обычно, в конце я даю много полезной информации. Поехали! Вот сразу хочется отметить, какие ударные. Это нереально круто звучит. Живая ударная установка записана, ее сразу слышно. Ну вот как не прислушаться к этой песне, как она может не нравиться, я не знаю, вы же сами слышите, это вступление просто нечто. На самом деле мне очень понравилось тот драйв, та мощь, с которой подходит Нергал к своим песням, это что-то необъяснимое, энергетика прет от этой песни прям очень сильно. Кстати, я давно хотел спросить у вас, как вы смотрите на то, чтобы я рассказывал о тех группах, которые лично мне очень сильно нравятся, которым я отдаю предпочтение, вот, и которые я слушал, наверное, ну, очень долго и очень много. Знаете, часто в наше время, именно сейчас, большое количество, слишком большое количество групп, и ты начинаешь тыкать повсюду, слушаешь одно, слушаешь другое, и у тебя в голове там уже мешанина. Знаете, вот чего-то в песнях иногда не хватает, запоминающегося. Я, если честно, люблю, да, экстремальный вокал, безусловно, но с добавлением, допустим, чистого вокала. И я знаю довольно-таки большое количество групп, которые исполняют
мама, не горюй. Вот. Если вам интересно, я могу вам показывать, рассказывать об этих группах, потому что наверняка каждый из вас, как музыкант, сталкивается с тем, что просто послушать уже нечего. Надоело абсолютно все. Вот я иногда с такой проблемой сталкиваюсь. Начинаешь опять тыкать, что-то понравилось, неделю послушал, и все. Но есть ряд групп, которые я слушаю десятилетиями уже. Если вам интересно, напишите в комментариях, я обязательно поделюсь с вами тем, что уже имею. Какую базу музыкальную, я вам все это расскажу. Ну что ж, а мы продолжаем пока. Как видите, костюмы, монтаж, все прям на очень высоком уровне. Ну, люди денег не жалеют на клипы, соответственно. Ну и люто ребята заканчивают на том же рифе, что в принципе и начинали. Ну, как я сказал, что мощно, драйвово, сильно, интересно посмотреть. Даже не один раз можно посмотреть, не то что некоторые композиции. Вот, ну что ж, давайте вернемся к вокалу Нергала. И я начну с того, что сразу же скажу, что это вокал фалскорд. И достигается путем извлечения вот такого вот звука. I decelerate. Ну, об этом чуть позже. Сейчас я хочу показать вам то, как делает это Нергал, вот сам Адам, и после уже рассказать, показать, чтобы вы поняли для себя, фанаты, если есть Бегемота, накидайте лайков. Это в большей степени делается специально для вас. Вот. Давайте же посмотрим, как Нергал делает это. На самом деле не такая большая часть, которую я нашел, но все же есть что посмотреть. Не каждый вокалист на самом деле будет выставлять, тем более такой известной группы, выставлять на показ свои студийные записи. Очень мало кто это делает, хотя это для нас, как вокалистов, очень печально. А вот, кстати, он рассказывает, что он использует. Тоже интересный момент. Адам решил поделиться тем, чем он пользуется в период своих записей. Вот это вот, кстати, у нее обычный сиропчик. Вот, мотнем назад чуть. Сладкий сироп. Для чего? Да для того, чтобы смочить свои... Даже не смочить, а смазать свои голосовые связочки. Вот, и на этом этапе, когда вы делаете это... Я, честно говоря, не пользуюсь. Ему, видимо, так комфортнее. Но получается, знаете, когда... Мокрота образуется, и ты расщепляешь, у тебя более сильный такой булькающий звук получается. Вот. Что-то еще у него там? Ага, кукурузные хлопья. Горючая смесь у него получается. Да, прикольно, да, на самом деле, вот эти вот чуваки. Которых мы только что смотрели, ну, просто угорают. А что такого? Обычные люди, на самом деле. Я ничего в этом такого не вижу. Многие воспринимают их, то, что они выходят на концерт, у них там кровь течет, они реально в это верят. Ребят, ну... Если среди вас есть те, кто верят, что они используют какую-то настоящую кровь, отрубают головы, там вырывают сердца на концертах, это все неправда. Это атрибутика, которую они привозят с собой. Вот. Но раньше многие, кстати, правда верили в 2000-е годы, что там те же Диму Боргер, Горгород обливаются кровью настоящей. Хотя есть группа, по-моему, не помню, как она называется, Ватейн. Они действительно, по-моему, использовали настоящую кровь, но кровь козлов там... Вот. Хотя блэкушники, да, они такой фигней промышляли раньше. Сейчас это уже никому не нужно, я думаю. Так вот, ну что ж, Адам, как я уже сказал ранее, использует в своих вокальных партиях именно фалскорд. И фалскорд этот
звучит следующим образом, что мы с вами на начальном этапе делаем вот такой вот звук. Немного добавляя носовой части. Совсем малость, не нужно заходить в нос вот сюда. Если вы будете делать так, никогда ничего не выйдет. Оно так не работает. Нос открыт. И, кстати, один хороший вам совет дам. Тоже об этом навряд ли кто-то расскажет. Но нос ваш должен быть абсолютно чистым. Если у вас забит нос, вы будете говорить в нос вот так вот, да? И постоянно он будет мешать. Вот сюда у вас будет заходить звук. Соответственно, для того, чтобы гортанный вот этот звук у вас был, нос должен быть чистым, открытым, да? Вот. Должны дышать свободно. Так вот. Вот сюда у него уходит звук. Ха-ха-ха. Немного язык задрат назад. Вообще. И. Достигается вот таким звуком. А дальше вы уже просто поддаете своей диафрагмы на этот звук. Вот смотрите, я покажу, как переходить с этого звука. Чуть пошире открываем гортань. The son of man! The offspring of the sailor race! Все. Четкий контроль вашей диафрагмы, раскрытая гортань, не как при фрае закрытые голосовые связки, а они раскрыты, прираскрыты. Помним, что при фрае они прикрыты, да, и тяжелее выходит, тяжелее звук выходит. А при фальскорде они приоткрыты. Приоткрыты. Голосовые именно связки. Ложные связки дают вам вот этот звук совместно с черепловидными хрящами. Кто говорит, что ваши связки не работают, голосовые, ну нельзя, сами подумайте, пропустить воздух из низа живота, да, подавая диафрагмой, мимо обойдя как-то голосовые связки. Это просто невозможно. Так как участвуют сначала черепловидные хрящи, потом ваши голосовые связки пропускают этот поток воздуха, приоткрытые, и все равно они вибрируют. И потом ложные связки включаются. И получается. Причем Нергал иногда делает, добавляет такой звук. Он там... Hi, the son of man! The offspring of the sail of race! Вот такой примерно звук у него получается. Что на самом деле довольно-таки просто достигается. Если вы умеете делать расщепление на фальскорде, то вот так вот оно и получается. Давайте еще раз немножко послушаем, чтобы вы понимали. I, the son of man. Слышите? Вот. Все довольно-таки несложно и... Не передавливая, кстати, вашу гортань. Почему? Потому что иначе вы будете уходить вон такой вот именно грол больше гутурал, когда... Когда слишком явные черепловидные хрящи вступают. Здесь он этого не использует. У него более расслабленный вариант, и он этого не делает. Вот сюда не уходим. То есть зажимаем не так сильно. Вот слишком сильно зажато. Или... I, the son of man! Поток воздуха проходит гораздо больше в данном случае. Вот. Ну что ж, я хочу сказать данным вокалистам, мне, в принципе, его вокал довольно-таки нравится. Это больше олдскульный вариант сейчас. В большинстве своем случае люди используют Fry Scream, но те, кто опытные, поют и фраем, и фальскордом, не подразделяя на то, как они это используют. Кто-то харш, кто-то... Вот все названия, вот эти пик, сквилл и прочие, да, техники, все строится на фальскорде и на Fry Scream. Запомните, все отталкивается отсюда. Можно вверх подниматься на фальскорде, я просто не рекомендую делать скрим на фальскорде, потому что он более травмоопасный. Особенно для начинающих учеников не стоит этим заниматься. Делайте это на фрай-скриме, как я показывал в своих предыдущих роликах. Обязательно посмотрите, кстати, мои ролики, там уже очень много информации полезной для вас.
Любой человек, который, в принципе, желает научиться экстрим-вокалу, посмотрев все мои видеоролики, вот прям от первого до последнего, я думаю, вопросов по экстремальному вокалу уже не останется. Сейчас уже идут разборы вокала, где я не сильно акцентирую внимание, как делать. Я показываю больше для тех сейчас, кто уже что-то умеет делать. Воду лить больше не буду. В принципе, по существу, все, что я хотел сказать, я вам сказал. Спасибо всем, кто подписан на мой канал. Не забывайте ставить палец вверх. Я делаю это специально для вас. На самом деле, мы приближаемся к 1000 подписчиков. Я вам за это очень благодарен, спасибо. Давайте будем учиться экстремальному вокалу вместе. Как я уже ранее говорил, если у вас что-то не получается, пишите мне в Telegram, я обязательно помогу, подскажу. Еще никому ни разу не отказал. Ну а что ж, на этом видеоурок заканчивается. Всем удачи, всех обнял, пока.